Привет всем! Ну что ж, миньоны потерпели неудачу. В 8-м выпуске ни одного миньона не попалось, поэтому по-прежнему у нас 7 из 8 собрано. Ну а принцессы, сегодня у нас 8-й выпуск. По-прежнему у нас 6 принцесс и 7 киндер-сюрпризов. Сегодня мы снова распакуем. И, кстати, на удивление, сегодня очень тяжелые все розовые киндер-сюрпризы. Если большинство принцесс попадалось в весе где-то 29 грамм, то сегодня все очень тяжелые, 34 грамма, 33. Так что либо у нас попадутся, ни одной принцессы не попадется, либо попадутся новые принцессы. Да? Напомню, та же Ариэль была достаточно тяжелая, поскольку очень много волос у нее. Посмотрим. Итак, первый киндер на сегодня 31,5 грамм. Это самый легкий, да, удивительно, 31,5 самый легкий. Бывало, что у нас в таком весе были самые тяжелые, но вот как есть, так есть. И в первом киндере, ух ты, вау, наконец-то попадается у нас принцесса, да, с той же коллекции, которая многим понравилась, только вот с зелеными волосами, 31,5 грамм, и у нее тоже наверняка эти волосы зеленые светятся в темноте. Ну что ж, здорово, отличная сборка, очень-очень-очень хорошо, да. Вот она, зеленоволосая, да, светится в темноте. Давайте ее добавим в приложение. Ну что ж, очень хорошее начало и продолжим. Следующий киндер-сюрприз у нас весом 32,5 грамма, тоже достаточно тяжелый. Пятый вес на сегодня, ну еще не было у нас выпуска такого, как у миньона, где бы не было коллекционной игрушки. Ну и принцессы пока что намного чаще попадались, чем миньоны, так что все шансы, что сегодня мы увидим коллекционную игрушку. И здесь у нас, нет, наша излюбленная повторка уже который раз она у нас попадается, я уже не знаю, сколько у нас их. Очень много их положили, фломастер, ну да, в общем-то уже все его видели и в миньонах, и в принцессах. Поэтому здесь особо даже нечего останавливаться. Ну вот, чтобы не потерять, надо их в любом случае распаковать и один в другой надеть. Ну вот, киндер так запаковывают, да, фломастеры. Наверное, чтобы не потекли, а потом не попали в еду и чтобы никто не съел фломастер. В общем, такая вот, наверное, идея за этим стоит. Так, ну что ж, повторка очередная. Идем дальше. Следующий киндер-сюрприз, самый тяжелый сегодня, 34,5 грамма. Очень тяжело, не знаю, может ли здесь быть коллекционная игрушка. Принцесса, ну, давайте смотреть. Итак, 3,4,5 грамма и вау, ух ты, какая красота. Класс, и очень много тут всего. Это у нас, да, краски. И это, в общем, видели мы уже краски в прошлом сезоне. Да, 4 даже, смотрите, цвета. Но не видели такой симпатичной игрушки. Это, я думаю, все-таки новый, да? Да, конечно, новый сезон. Новая коллекция Play-Doh и вот такой вот очень симпатичный попугайчик. Да, собственно говоря, где красить место и кисточка. Ну что ж, очень симпатично выглядит. Вообще цельная фигурка, смотрите. Классно, классно. Ну что ж, выпуск пока выглядит очень-очень хорошо. Даже если принцесса не попадется, давайте добавим его в приложение. Посмотрим. Ну что ж, пока очень интересный выпуск идет, очень клевые игрушки попадают, симпатичные. И следующий у нас киндер 34,1 грамма, второй вес на сегодня, тоже очень тяжелый, может быть тоже попадется что-нибудь наподобие попугайчика, вряд ли он один, но может быть коллекционная игрушка, все может быть, почему бы нет. И нет, это старая сборка, да, старая сборка попадается прошлого сезона, ну вот уже второй раз у нас попадается эта коллекция сборка прошлого сезона, феи, да, принцессы. Но, к сожалению, вся коллекция уже собрана была у меня, так что давайте соберем ее быстренько и перейдем к следующему киндеру. Итак, да, вот такая вот сборка прошлого сезона, здесь любит-не любит, ну, симпатичная была сборка, но уже собрана она. Так что перейдем дальше к следующему киндер-сюрпризу, 33,1 грамма, и это у нас сегодня третий вес на сегодня. Так, 33,1 грамм, не знаю, может ли быть принцесс, но, повторюсь, большинство принцесс было в весе 29, но, тем не менее, может быть и хорошо, что нет веса 29, поскольку очень много у нас уже повторок с этим весом, и, может быть, все-таки недостающие две принцессы имеют другой вес. Так, ух ты, что это у нас тут такое попадается непонятное.
Так. А, это у нас наш попугайчик такой, да, с бумажным элементом, который все никак я не могу правильно вставить. Ну, уже был он у нас. Да, собственно говоря, у нас два таких было уже попугайчика. Тут у нас, кстати, тоже резиновый такой материал у него. Ну, и собирается достаточно просто. В общем-то, является повторкой. И вот этот вот бумажный элемент, который никак я не разберусь, как он тут хорошо у нас, можно его сделать, чтобы он не болтался. Ну, в общем, так себе, да, бумажный элемент. Лучше бы, наверное, они его не делали. Лучше бы, может, что-нибудь придумали, не знаю, пластиковые какие-нибудь крылья ему. Но что есть, то есть. Да, вот так вот этот элемент здесь у нас должен вставиться. Ну, тоже он плохо вставляется. В общем, прям беда с этим. С этой сборкой задумка вроде бы неплохая, и сам попугайчик неплохой, но вот этот вот бумажный элемент прям все портит. Итак, ладно, в любом случае повторка, переходим к следующему киндеру, осталось два, и неужели у нас восьмой выпуск будет такой неудачный, что ни миньона не попалось, ни принцессы. Итак, 32,3 грамма, шестой вес на сегодня, и неужели принцессы не догонят у нас миньонов? Так, ух ты, тоже что-то новенькое. Итак, здесь у нас тоже как попугайчик, наверное, с его коллекции игрушка. Да, судя по всему, нет, что тут много всего положено у нас. И какая-то бумажка, нет, тоже, да, краски. Значит, наверное, все-таки они с одной коллекции. Да, ну вот наклеечки есть, что-то новенькое у нас здесь попадает в любом случае. Снова бумажка, уже две бумажки. И это у нас такая вот стрекоза краски. Наверняка все-таки они вместе считаются в одной коллекции. И это тоже игрушка с нового сезона. Вот такая вот симпатичная стрекоза. Осталось только наклейки наклеить. И тогда она будет у нас рисовать. Да? Написано в холодную воду. Да? Надо в холодную воду окунать, и тогда можно будет рисовать. Ну что ж, наклеим наклейки и добавим ее в приложение. Да, ну что ж, наклеечки наклеил, приложение добавил, и последний киндер-сюрприз на сегодня, и похоже может случиться то, что случилось с миньонами, ни одной принцессы нам сегодня не попадется. Уж очень большой вес, 32,6 грамма, четвертый вес сегодня, ну только чудо, если какая-нибудь принцесса действительно достаточно тяжелый вес имеет. Ну посмотрим, случится ли чудо или нет. И нет, не случилось, это у нас спиннер, не помню, был такой или нет, но они только тут у нас цветами отличаются, по-моему, был. Да, ну что ж, друзья, вот такие вот дела, спиннер попадается, да, помню, такой был у нас уже повторный спиннер. Давайте его соберем, ну и вот, в принципе, достаточно все равно неплохой выпуск, давайте соберем, тогда подведем итоги. Итак, да, спиннер у нас повторный, вернее, повторный был уже такой в миньонах, так что здесь у нас ничего новенького, добавлять приложение ничего не надо. Ну что ж, да, вот так вот удивительно у нас ни миньонов, ни принцесс не попалось в восьмом выпуске, но тем не менее попалась зато принцесса сборка очень симпатичная, попалась несимпатичный попугай, стрекоза вот из нового, ну также много повторок. Тем не менее, по-прежнему у нас 6 принцесс из 8 собрано, и через 3 дня продолжим собирать принцесс, очередной выпуск, очередные 7 киндер-сюрпризов, посмотрим, может быть, в следующем выпуске какую-нибудь коллекцию да уже соберем. Всем спасибо! А, какое спасибо? Конечно же, сейчас будет результат первых 8 выпусков, ну а потом, да, потом будет спасибо. Итак, так выглядит результат первых 8 выпусков, и несмотря на то, что, как и в миньонах, у нас в 8 выпуске ни одной принцессы не попало, зато нам попалась одна принцесса из сборок, да, не коллекционная, вот такая вот симпатичная. Вторая, как я понимаю, из 3 коллекций. Так что в целом выпуск можно назвать не таким уж плохим. Попался попугайчик. Так что продолжим собирать через 3 дня коллекцию принцессы Диснея 2020 года. И сейчас результат 8 выпусков. У нас 56 киндер-сюрпризов мы открыли. 13 коллекционных игрушек по-прежнему нам попалось, что соответствует примерно в каждом 4,3 киндер-сюрприз нам попадалась коллекционная игрушка. Надеюсь, что в следующем выпуске все-таки повезет больше. Ну и продолжим совсем скоро собирать эту коллекцию. Всем спасибо. Пока-пока.